собрались ехать гулять, кататься по Барселоне. Алелия, это наш город. Мы сейчас едем в сторону Барселоны. Вот Барселона. Вот наш водитель Константин. Ему можно оставить чаевые при выходе из вагона. Две красотки. Да. Так, Анна вот здесь находится. Ола. Смотрите, какие виды прекрасные. Погода класс. Пляжи. На море штиль. Какие развязки, да? Мы едем в Ашан. Наш Ашан. Да, в нашей Меркадоне. Вон она. То чувство, когда сам себе кассир. Да. Все, затупили, ребятки, затупили, да? Ну, давай, шевели попкой. Она Барселона. Я тоже хочу, чтобы у меня что-то было, посмотри. Меня вот кто спросит на работе, покажи фотки, где чего даже нет. Ты будешь видео пока с дороги. Там, да, красиво. Приехали просто так? Работает. Не работает, блин. Не работает, конечно. Блин, вон туда, конечно, подняться, да, хорошо. Симпатично. Не получилось у нас попасть. Фиг знает куда. А, на тебе дабы, да? Побежала, побежала. Просто красотища какая-то невозможная. Быстрее есть? И так там. У нее значки такие, даже как сейчас поближе подвинем. Так, стой, ты на третий выезд. Ты его что-нибудь видишь? Вижу. Проезжаем кладбище. Вот так вот на горе. Там сколько? Нескончаемый поток. Всякие стоят у них. Ой, штуки не очень видно хорошо. Гора Манчжук. Это какие-то олимпийские кольца или что-то такое. Это вот олимпийский парк. Мы тогда шли мимо, я говорю, направо. Вот, смотри, вон кабинки, наверное. Мы там гоняли, помнишь? Конечно. Вон они из-под земли выезжают. Вон. Из-под какой земли? Вон вид. Вот симпатичный, да? Это Колумб. Круто-круто. Вон сзади, смотри, вот. Так, парк, где парковка? Вон она. Мы уезжаем в подземку. Да, за 20 евро в час. За сколько? Ну ты, банкир, блин. Чего? Я еду к кнопочке. Привет. Шлагбаум интересный. Сейчас, сейчас, не уезжайте! Константин захотел нас опять подснять. И так уже седьмой день. Главное, чтобы у нас телефон не выхватили. Я его выключу. А то сейчас побежим. За айфоном. А бегаем мы плохо. Потому что кушаем много. Нужно садиться на диету, на креветки. На лошадки. Вон, 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 да-да-да-да-да.
скоро ужин. Пюре местное и испанское. Сюда вот там написано, что Ромео и Джульетту будут показывать. И Адриана Челентано сюда скоро приедет выступать. Так, я уже все прочитала. И это не футбол. Это чья рука? Да, это что-то. Евгения? Да, нас сейчас тут пешеходы просто замучают. Для Рамбла. Камера, привет. Площадь Каталонии. Ну, Рамбла, да, не очень большая. Вот, нет, конечно, не на таком автобусе, но... Но тоже на нормальной тачке. Константин с навигатором. Глаза в разные стороны просто. Пешеходы и велосипедисты. Поэтому автобус этот, а прикинь, туристический, стоит 30 евро. А прикинь, что тут летом. Тут вообще... вообще с ума сойдешь. Не проехать, не пройти. Да. Один тут пешочком так осторожно. И повернись направо. Люди, не треплите нервы. Красный впереди. Со всех сторон, смотри, не бежать. Смотри, смотри. Мама. Смотри справа, вон тоже их много. Ебец. Односторонняя, да, какая? Он в шоке, водитель в шоке. У Саграды нет подсветки. Женя, наконец приехали, а там нет света. Лицо не светится, ограда не светится. Фуникулер не работает. Что такое? В пробках стоим. Наслаждаемся отдыхом. Ночная Испания у нас сегодня не очень удалась. Ну нет, так-то красиво, да. Это офисное здание. На нем летом, я думаю, что есть подсветка. Я где-то видела фотки. Ладно. Яйцо не светится. Все, я понял, понял. Я слышу звуки. Она не успевает фокусироваться. За что деньги заплачены? Костя на трассе встал, снимает камеру, блин. Есть! Есть! Я снял. Уходим в туннель. Е-е-е-е! А сейчас фокусирует. Едем по платной дороге. Супер-пупер. Сейчас Константин будет у нас платить. Ой, накупили. Стой, Гера. Костя, учитель!